Да, Хасан. Ты Ты уверена, что знаешь, она что она сестра является... Элюль? В Ты возрасте как считаешь, что сестра она сестра? Элюль? Нет. Сейчас не нужно, чтобы Элюль это знала. Нет. Ты дай мне адрес, я лично займусь этим. Ждите новостей от меня, ладно? Увидимся. Тунч. Немедленно ко мне в кабинет. Ты пошатнул мое к тебе доверие, сынок. А что случилось, дядя? Ты еще спрашиваешь? Джунейд вместе с этой Фериде оплатит ей расходы больничные. А ты, зная все это, мне не говоришь. Ты что, их поддерживаешь, что ли? Ты здесь вообще зачем, сынок? Ты должен был быть моими глазами, руками, ушами. Я тебя для этого сюда взял. А ты что творишь? Расхаживаешь тут как придурок. Известно, что с мамой твоей. Не можешь за себя постоять. Ты же знаешь, что с ней было бы, если бы не я, да? Она бы разделяла нищую жизнь твоего папаши. Я сделал для тебя то, чего не сделал твой отец. Дал тебе деньги, дал работу. Не надо на меня так смотреть, Тунч. Я тебе дал возможность. Ты мне должен. А ты мои добрые намерения превращаешь в злые. Больше никогда не смей меня предавать. Чтобы это был последний раз. Прости, дядь. Что случилось, отец? Иногда им нужно напоминать, кем они являются и откуда пришли. А иначе они обнаглеют. Господин Тунч, не распишитесь? Госпожа Элюль, ко мне зайдите. Вот, хорошо, господин Усман. Сегодня мы немного тебя нагрузили. Ну что вы, господин Усман, это моя работа. Хорошие работы. Но для господина Фаика это слишком модерн. Да, хозяева отеля больше любят классику. Я поняла. Если будем держаться подальше от модерна, будет лучше. Однако я среди всего этого не смог увидеть чертежи зоны развлечений. Они когда будут готовы? Эйлюль. Доченька, все нормально? Я, кажется, немного простудилась. Выглядишь неладно? Я тебя подброшу до дома. Нет, благодарю. Я сейчас приду в себя. Я разберусь с чертежами и принесу. Хорошо. Перман, ты тоже, прости, я тебя задержал до такого времени. Но кроме тебя тут никто не работает. Ну что вы, отец? И Джунейта я не нашел. И с завтрашним показом коллекции тоже разберешься, да? Да, не волнуйтесь, я сделаю.